Благослови, душе моя, Господа, благословен еси, Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня во вторник за богослужением читается Евангелие от Матфея, глава 18, стихи с 18 по 22, а также глава 19, стихи 1 и 2, и с 13 по 15. Послушаем это евангельское зачало на церковно-славянском языке. «Рече Господь своим ученикам, аминь, глаголю вам, ели кащи свяжете на земли, будут связаны на небеси, ели кащи разрешите на земли, будут разрешены на небесех. Паки, аминь, глаголю вам, я кащи два от вас совещает на земле о всяцей вещи, еже аще просит, будет им от Отца моего, иже на небесех». «Иде же бы и ста два или три собрани во имя Мое, ту есмь посреди их». Тогда приступали к нему Петр, рече, «Господи, коль крат и аще согрешит в мя брат мой, и отпущу ли ему до седем крат?» Глаголу ему Иисус, «Не глаголю тебе до седем крат, но до седьмисят крат седмирицею». И бы всегда сконча Иисус словеса сия, преди от Галилеи и прииди в пределы Иудейские, об он пол Иордана, и по нем идоше народи мнози, и исцели их ту. Тогда приведоши к нему дети, даруться возложить на них и помолиться, ученицы же запретиша им, Иисус же рече им, оставите детей, и не возбраняйте им прийти ко мне, таковых бы есть Царство Небесное, и возложь на них руце, отыде оттуду. Прочитаем этот текст вместе в русском синодальном переводе. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Тогда Петр приступил к нему и сказал, «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против Меня? До семи ли раз?» Иисус говорит ему, «Не говорю тебе до семи, но до седьмижды семидесяти раз». Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские, за Иорданскую стороною. За Ним последовало много людей, и Он исцелил их там. Тогда приведены были к Нему дети, чтобы Он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им, но Иисус сказал, «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне». Ибо таковых есть Царство Небесное. И, возложив на них руки, пошел оттуда. Царство Божие есть царство мира и смирения, царство единодушия и любви. Вот почему Спаситель указывает, что прощение наших грехов зависит от нас самих, что суд Божий над нами в нашей же власти. Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Святой праведный Иоанн Кронштадтский пишет, «Спасение твое в твоих руках, в твоей власти человек. Будешь прощать другим обиды, погрешности,
и тебе прощены будут твои грехи, и ты со своими частыми прошениями у Бога не отойдешь никогда от Него бедным и будешь сподобляться от Него великих и богатых милостей. Ты простишь немногие грехи ближнему сравнительно с твоими грехами пред Богом, а тебе Бог простит бесчисленные прегрешения. И так как сила учеников и вообще всех верующих основывается на внутреннем духовном единении верующих между собой и с Богом, то Спаситель научает: «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Святитель Хроматий Аквилейский замечает, какое значение для Бога имеет единодушие и согласие братьев, мы можем судить по тому факту, что Господь ясно говорит: «Отец Небесный даст все просимое, если двое или трое в согласии будут просить». Ничего нет милее Богу, чем мир между братьями. Ничего нет лучше, чем единодушие и согласие. Слова Христа о прощении обид ближним побудили Петра просить у него дальнейших разъяснений, а потому он спросил: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Дело в том, что раввины учили, что человек должен прощать согрешающему против него брату 3 раза. Петр желал, очевидно, стать выше современных ему книжников и считал, что, увеличивая количество прощений до 7 раз, он заходит намного дальше в своем великодушии. Но Господь отвечает совершенно по-другому: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз». То есть Спаситель указывает, что мы должны прощать людям неограниченное количество раз, прощать постоянно и всегда. Ведь ничто из того, что приходится прощать нам, не идет ни в какое сравнение с тем, что прощает нам Бог. Когда же Господь пришел в Иудею, к Нему приступило множество народа, в том числе женщины с детьми. Вера народа была настолько велика, что одно возложение Господом рук считалось благословением для детей. Но ученики, стараясь уберечь Христа, не допускали к Нему детей. Увидев это, Господь сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Блаженный Феофилакт поясняет: учит он и словом, говоря, что таковых есть Царствие Небесное, кои имеют расположение детское. Дитя не превозносится, никого не унижает, не злобиво, бесхитростно, ни в счастье не надмевается, ни в скорби не уничижается, но всегда совершенно просто. Поэтому, кто живет смиренно и незлобиво, и кто принимает Царствие Божие как дитя, то есть без коварства и любопытства, но с верой, тот приятен пред Богом. Не отвергая младенцев, но с радостью принимая их, Господь научает смиренномудрию и тому, что Царствие Божие необходимо принять в свое сердце с таким же чистым, невинным и непорочным расположением духа, какое бывает у малых, нравственно неиспорченных детей. Как дети полностью доверяют родителям, так и мы, дорогие братья и сестры, должны доверять Господу, преклоняясь пред Его величием, сохраняя способность повиноваться Ему, прощать и просить оставления грехов и с благодарностью и смирением принимая Его бесценную любовь. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, душе моя, Господа, благословение си, Господь.